Лангепасцы, как и все россияне, отмечают День физкультурника. Все это делают по-разному. Кто-то лежит качественно на диване, а кто-то вот так, как эти девочки, делают сейчас разминку, а потом отправятся скандинавской ходьбой по большому кругу. Будут дышать свежим воздухом. А главное – укреплять разные группы мышц. Соревнования проходят в городском парке. Возраст участников – от 20 до 60 лет. У нас будет забег по скандинавской ходьбе. Участвуют жители нашего города. Данное мероприятие предусмотрено пройти круг в парковой зоне. И победители первого, второго, третьего места будут награждены дипломами и сладкими призами. Несколько простых упражнений для разминки и вперед. В составе группы женщины и один мужчина. Все любители здорового образа жизни. Очень интересно было, как это все проходит, никогда не ходила скандинавской походкой. Думаете, получится? Думаю, да. Все такие заряженные тут. Здоровый образ жизни – это соблюдение правильного питания, которого мы с дочерью соблюдаем, стараемся. Побольше двигательной активности, стараемся не пропускать ни одно городское мероприятие, направленное именно на здоровый образ жизни. Такие, как 10 тысяч шагов, вот скандинавская ходьба, лыжи, велопарад. Стараемся по максимуму участвовать везде. Поэтому вперед! Вперед, да! Физкульт, ура! Занятия спортом, они должны вообще быть одним из неотъемлемых правил жизненных. Вот так вот. Ну, спорт – это жизнь, движение – это жизнь. Без этого никак. Так что, и как скажу, так скажем, люби все возрасты покорные и спорту тоже. Вот. Все, я побежал. Организаторы скандинавского забега время спортсменов в пути не засекали. Говорят, важно участие, а не победа. Пока суть до дела, на горизонте появился победитель. Это Алла Чекмарева. Несмотря на утро, она совсем справилась. Первый всегда первый! Комфортно все было, потому что утро у нас начинается задолго, до 9 часов. Мы с моей дочерью очень рано встаем, 5:30 уже точно на ногах, потому что мы ранние пташки. Поэтому у нас уже не раннее утро, а уже как бы часов 10-11 мы уже обедаем, если дома. Поэтому легко, комфортно, без напряга прошла. Все замечательно. Чувствую себя отлично, да. В основном я так как бы хожу. Еще быстрее даже бывает. Вручение дипломов, сладких призов, фото на память. А главное – бодрость духа на целый день. Ура! Ура! Алина Нущенко, Султан Дзигангиров. Наши города.